где пролезть, где забор? А вот между ними, между ними. Давайте после ужина. После ужина? Да, да, помоемся. А то нас всех ждать будет. Смотри, все загородили. Купаться хочешь? Так, ребята, мы после ужина пойдем. Хорошо. Господи, слава тебе, там Восток. Подвелика милость твоя к нам. Какой длинный великий день ты даровал нам. Прости нас, что поступили не так и сказали. Милосердие твоим покроешь. Наши не готовы встретиться с тобой. Но ты открылся нам. И это место, Господи, ты сохранял. Сколько радости было здесь, впечатлений, сколько детей, воспитателей. Напомни им об этих чудных днях. Как мы здесь молились, славили тебя. Хвала тебе за все, Отец, Сын и Святой Дух. Аминь. 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 Все, мы уходим. Уходим как? Наверное, через это. Там что надо забрать. А недоделанная работа. Так, ты куда пошел? Потом. Ты, наверное, ты на машине снимаешь? Командовать будешь играть. Корни, я спрашиваю. Удивляйте, не надо спрашивать. Тебе скажут. Тебе скажут, что надо. Дядя Вова. А инструмент там. Да, дело работы, инструмент. Газель. Газель все. Газель инструмент. Газель-то есть. Газель тут. А. Газель тут есть, оказывается. Где? А вон там она стоит. Там, там. Как приехали. Ну тогда не надо ничего. Пойдемте. В машину-то можете залазить, а можете не залазить. Не, ну инструмент туда, смотри. Класс, но он не для тебя. Володя, ты слишком большой. Да-да, я увезу, увезу. Что, я могу? А если я назад залезу? Нет, не надо. Все, давай, иди в газель, иди сейчас садись. Конечно. Слава Христу.